на странице 42 в этой книге. Напечатан на стихотворение автора немецкого Маши Калеко. Последняя песня. Я уйду, дитя, а ты должно жить дальше и быть ясным и безоблачным. В моем юном сердце горел золотой свет. Я отдала его тебе. А теперь затухают мои вечерние свечи. Праздник закончился. Звук скрипки затих. Сказано последнее слово. Скоро замолчит и та, которая пела эту песню, спела эту песню. А теперь пой ты дальше, дитя мое. Потому что мне нужно уходить. Свою чашу я выпила до дна в один присест. Быстро. И я знаю, что кто это попробовал, должен умереть. А ты, дитя мое, ты должно унаследовать свечение и все благословение, которое я несла в себе. Для меня жизнь была как чудесное дерево, в котором в летние ночи звучат псалмы. А теперь дни, как уже отмечтавшая себя мечта. И все мои ночи, все – это слезы. Я была таким радостным человеком. Мое сердце было таким готовым ко всему. И Господь был добрым и хорошим. А теперь Он забирает назад все дары. В твоей душе, дитя мое, придет однажды время, когда все, что я не прожила, будет реализовано. Я буду молчать, а моя песня продолжается дальше. Дай же ты моей песне чистый, прозрачный звук. Ты большой мужчина, большой человек, мой маленький сын. Я так устала, а ты будь радостным и веселым.